Вице-премьер Армении Тиграна Виняна опроверг слова экс-главы Кабмина Армении Гранта Багратяна о секретном меморандуме между Ереваном и Баку. «Между Арменией и Азербайджаном не подписано никаких отдельных документов», заявил накануне Авинян на заседании парламента Армении, отвечая на вопросы депутатов. «Я ни о каком документе без российского посредничества не осведомлен. Кроме заявлений и представленных документов, есть еще одна договоренность касательно участка Гарис-Давидбек, так как там дорога проходила по спорным участкам. Это единственная мне известная договоренность, кроме вышесказанных», – отметил он. По всем другим вопросам, в частности охраны новых границ с Азербайджаном, по словам Авиняна, можно получить ответы в формате заседаний парламентских комиссий или при встрече с правящим блоком «Мой шаг». Ответы на эти вопросы содержат гостайну, и именно по этой причине он не может озвучить их с трибуны парламента, заверил вице-премьер. Ранее экс-премьер Багратян заявил, что в ходе посещения Капана узнал о подписанном меморандуме между Арменией и Азербайджаном, который регулирует движение по дороге Горис-Капан в Сюникской области, Зангезур. В свою очередь глава МИД Армении Арай Вазян заявил, что не знает о договоренностях с Азербайджаном по участку дороги Горис-Давидбек в Сюнике, о которых говорил вице-премьер Тигран Авинян. «Мне известно о договоренностях 9 ноября и 11 января», – сказал Айвазян журналистам в правительстве. Он не стал отвечать на вопросы журналистов о том, каким образом глава МИД может быть не в курсе подобной договоренности. Айвазян лишь отметил, что МИД полноценно выполняет обязанности, касающиеся его сферы. На вопрос, не интересовался ли он у Авиняна, о чем речь, министр предложил сделать это самим журналистам.